Добро пожаловать в инфосферу. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Доктор Стрэндж. Доктор Стрэндж был искусным хирургом, слишком влюбленным в свою работу и бесконечно уверенным в себе. Страшная автокатастрофа лишила руки доктора былой чувствительности. Потеряв смысл жизни, герой отправляется на поиски средства исцеления тела и души и спустя многие годы становится одним из самых могущественных магов Земли. Бэтмен против Супермена на заре справедливости 2016 года. Опасаясь, что действия V-подобного супергероя так и останутся бесконтрольными, грозный могущественный страж Готэм-Сити бросает вызов самому почитаемому в наши дни спасителю Метрополиса, в то время как весь остальной мир решает, какой герой ему по-настоящему нужен. И пока Бэтмен и Супермен пребывают в состоянии войны друг с другом, возникает новая угроза, которая ставит человечество под самую большую опасность, с которой она когда-либо сталкивалась. Чудо-женщина. Принцесса Амазонок приходит в мир мужчин, чтобы стать величайшей из женщин-супергероев. Конг. Остров Черепа. Действие фильма переносит зрителя в 70-е годы прошлого века. Главный герой организует экспедицию к острову Черепа, вечно покрытого туманом, на котором когда-то был пойман Кинг-Конг, чтобы найти пропавшего брата и некую таинственную субстанцию. Пираты Карибского моря, мертвецы не рассказывают сказки. Исчерпавший свою удачу, капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится его старый неприятель, ужасный капитан Салазар и его призрачные пираты. Царство Небесное, 2005 года. Юный оружейник Беллиан вынужден бежать со своей родины. Он присоединяется к отряду крестоносцев, которым руководит его отец. Но в одной из битв отец получает тяжелую рану и перед смертью присваивает своему сыну сан рыцаря, и тот клянется в верности королю Иерусалима. Троя, 1193 год до нашей эры. Парис украл прекрасную Елену, жену царя Спарты Менелая. За честь Менелая вступается его брат, царь Агамемнон. Его армия под предводительством Ахиллеса подошла к Трое и взяла город в кровавую осаду, длившуюся долгих 10 лет. Два мира будут воевать за честь и власть. Тысячи умрут за славу, и за любовь нация сгорит дотла. Отряд самоубийц, 2016 года. Правительство решает дать команде суперзлодеев шанс на искупление. Подвох в том, что их отправляют на миссию, где они, вероятнее всего, погибнут. Тор, 2011 года. Эпическое приключение происходит как на нашей планете Земля, так и в королевстве богов Асгардия. В центре истории могучий Тор, сильный, но высокомерный воин, чьи безрассудные поступки возрождают древнюю войну в Асгардии. Тор отправляют в ссылку на Землю, лишают сил и заставляют жить среди обычных людей в качестве наказания. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!